Всем привет, мои хорошие! Наконец-то долгожданный конкурс, который мы очень долго ждали. Я обещала этот конкурс провести еще на 10 тысяч подписчиков, но по разным обстоятельствам это все переносилось и переносилось. Но сейчас я уже думаю, что пора все-таки обещанное выполнить. Мама Чоли держит свое слово. Сейчас я вам покажу, что будет в этих подарочках. Будет 3 бьюти-боксика. В каждом боксике будет лежать по одной туалетной воде. Эту туалетную воду я вам уже показывала. Я заказывала это в Faberlic. И, в общем, смотрите, какие. Кому какая туалетная вода достанется, я не знаю. Но уже по комментариям девочки все писали, что каждая из этой туалетной воды кому-то нравится, значит, они все хорошие. Надеюсь, это вам понравится. Дальше в каждый бьюти-боксик я положу ампульный концентрат для волос. У меня 3 разных концентрата. Я их уже пробовала, тестировала все. Все они мне нравятся. Я их всегда покупаю и чередую, в общем-то, то один, то другой. Пользуюсь разными. Ампульный концентрат тоже попадется всем в случайном порядке. Кому какой попадется, не знаю. Один для глубокого восстановления волос, другой для активного питания волос, третий для окрашенных волос. Вот такие 3 разных. Дальше. У меня есть 3 вот такие масочки. Они одинаковые. Это триактивная маска-патч для лица с гиалуроновой кислотой. Маска очень хорошая. Тоже я ее тестировала. Они все 3 одинаковые. Как масочку использовать, написано на обратной стороне. Вот еще 3 такие штучки. Еще, девочки, я заказала 3 туши. 2 туши – это Макси. Они все черного цвета. Другая тушь – суперобъемная тушь. Называется «Ваш Оскар». В общем, вот такие вот 3. Все черные. Все. Ну, это я вам показала все, что от Faberlic. Косметика разная. Вот такие 3 косметички с пайетками. Это из магазина моей дочки. Тоже они разные, кому какая достанется. Розовая, сиреневая или белая. Еще, девочки, будет разыгрываться 3 футболочки. Это чистый хлопок. Футболочки из магазина моей дочки. И размер приблизительно моей дочки. 42, 44 и 46, по-моему. 3 размера. В общем, кому какая достанется, не знаю. Они, в общем, одинаковые, только немножечко отличается рисунок. На одной нарисованы гитары разных цветов. На другой нарисован мишка. А на третьей нарисованы зонтики, цветочки. В общем, такие милые, легкие футболочки на лето. Очень тонкая ткань. Хлопок приятно будет носить. Еще в каждый боксик я положу вот такие вот кулечки. И там такие маленькие сувенирчики. Я их не буду показывать. Это просто как дополнение идет. Ну и все это я запакую вот в такие прекрасные боксики, которые мне предоставила моя дочка. Спасибо ей большое за то, что она принимала участие, помогала мне собрать вот эти вот подарочки. Ну а теперь подойдем к условиям конкурса. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно первое – подписаться на мой канал, поставить лайк. Второе – сделать репост этого видео в одну из ваших соцсетей – в
Facebook, ВКонтакте или Одноклассники. После того, как вы это сделаете, можете написать сообщение «Участвую» и добавить туда репостик, который вы уже сделали, для того, чтобы я могла проверить выполнение условий. Победители будут выбираться случайным образом. Итак, три подарка, три бьюти-бокса. Я очень хочу поделиться с вами этими подарочками. Желаю вам успехов, чтобы вы победили. И приглашаю вас к участию. Обязательно участвуйте. Всем желаю удачи. Все подробности я еще раз продублирую в описании внизу. Также внизу я напишу дату розыгрыша. Результаты конкурса я проведу через неделю в Инстаграме и во вкладке «Сообщество» на канале YouTube. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!